Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет слив лидерки ОПГ Солнце, по-моему. И также я куплю админку, потому что подписчик мне подогнал аккаунт, вот такой вот Максим Хаб. В принципе, я и покажу ник, потому что я уверен, его забанят. Финн сейчас два лидера, то есть купленная лидерка. И еще есть донат, и доната нам хватит на третий уровень админки, я посмотрел, по-моему. Вот, есть донат у нас, 418. И нам хватит это на админку. На админку нам хватит на третий уровень. На третий уровень нам хватит, в принципе. Ну ладно. Погнали, короче. Посмотрим, что мы сможем сделать. Сейчас админ, по-моему, есть в сети. Я сейчас посмотрю. Админс. Да, есть админы в сети. Надо дождаться хотя бы, чтобы 11 уровень ушел. Я второго левела смогу забанить, потому что у меня будет третий как бы выше. И там мы уже сможем нормально повеселиться. Итак, это у нас ОПГ... А, не, это Ореховская. Ореховская, пацаны. Так, деньги, металл... Ну, деньги нам нету смысла брать. Давайте просто поедем всех попринимаем на девятки просто. И все, потому что... Ну, ОПГ Ореховская, мы здесь особо ничего не сможем сделать. Возьмем сейчас машину. Меня, кстати, забанили по IP, но я перезагрузил роутер свой, и все, заебись. VPN рулит, пацаны. Хули, меня хуй забанит теперь. Я так думаю. Если у вас еще есть аккаунты, чтобы я слил там, возможно, лидерку, но лучше лидерку Мэри там, например, либо еще что-то, либо админку, то пишите мне в ЛС, в принципе, кто сможет дать аккаунт для слива. Будем сливы делать на этом сервере, пока, сука, он не сдохнет, блять. Кто не понимает, почему я так делаю, потому что... Здесь боты сейчас, пацаны, онлайн 105, из этих 105 только 25 человек настоящие, остальные боты. Вот что весь прикол, в принципе, остальные как бы боты. И Ли, основатель признался, что он все делал ради денег, он срубил бабки, ему вообще похуй на сервер. Поэтому будем делать с ним все, что хотим, хули. Я ему писал, говорит, мне похуй. Я пишу, типа, ты меня по IP забанил. Говорит, типа, да мне похуй, это не я, ебать, вся хуйня. Ну, может, это не он, а какой-то админ, ну, похуй. Сейчас будем ездить, всех принимать, поедем на спаун, возможно, сейчас вон кто-то едет у нас. Инвайтим его. О, иди ко мне, дружище. Инвайт 103. Блин, у рака нету третьего уровня. Довези. Садись, хули. Давайте подвезем его. Почему бы и нет? На самом деле было бы круто либо Мэри админ, ой, лидерка, либо СМИ лидерка. Было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, куда ему вообще ехать? А, тебе куда? Давайте подвезем пацана. Зря, конечно, он сюда зашел, ну ладно. Так, вот можно ранг менять, инвайтить. Что я еще могу? Давайте посмотрим. Команды сервера, организация. Так, нон-РП фракция. А, нон-РП чат, связь. Развязать игрока, забить стрелу. За бизнес, список. Без вар могу, да? Нихера себе. Принять игрока. Воль игрока изменить ранг. Ну, нихуя такого интересного нету. Да, конечно, лидерку сливать ОПГ, пацаны, это очень скучно. Я бы мог уже лидерку взять, ой, точнее, админку купить и что-то там придумать. Но понимаете, вот админ 11 уровня сразу забанит. Если бы хотя бы ФК был бы, было бы заебись. А так, я думаю, смысла нету его банить, потому что мне сразу забанят, если вообще будет хуёвый. Хотя мы можем купить админку и просто тпхаться к игрокам и принимать их на 9 ранг. Давайте так и сделаем. Так, донат. Купим себе админку, третий уровень. У вас не хватает кредитов. В смысле? А, у меня 0 кредитов, пацаны. Мы не сможем слить админку. Блин, я думал, это он донил 400 туда. Хреново, пацаны, я немного ошибся. К сожалению, извиняйте просто, бля. Я постоянно смотрю на цифры, а что выше я не смотрел. Поэтому извиняйте. Ну, сейчас что-то придумаем со сливом. Я хз на самом деле. Так. Давайте пробуем его принять. Инвайт 97. Нужен третий уровень. Это кто у нас? Администратор? Админс. Да, это администратор у нас стоит. Ну ладно, хрен с ним. Поедем, короче, дальше.
Это администратор, короче, стоит. Ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот чувак поехал. Давайте его, может, примем на 9 ранг. Не знаю, я хрен знает, что сливать можно. Надо еще в ПМ писать. Так, Макс какой-то. Макс это нет. А. Инвайт 93. Давайте ему выдадим. Так. Give a rank. Какой-нибудь там ID 90 какой-то, да? 93. 93. На тебе. Все, мы его повысили. Бля, я думал, слив повеселее будет, чувак. Извиняйте, блин, я тупанул. Я думал, админку смогу купить. Но донить на админку тоже такое сидело, пацаны. Вообще не доните сюда, просто не заходите даже на этот сервер. У кого есть аккаунты с админками, с лидерками, лучше лидерки госорганизации каких-то, то обязательно мне пишите, для слива аккаунт кто может дать. Потому что лидерка, блин, ОПГ такая хуйня на самом деле. Мы разве что в ПМ можем писать. Но, блядь, кто из них настоящий? Ладно, давайте попробуем. А ну ПМ можно здесь? А, как писать? А, как писать там личное сообщение, не помню. Бля, я не знаю, давайте с общака хотя бы все бабки заберем. Реально. Блин, я думал, слив ОПГ будет поинтереснее. Я не знаю, что можно с ним сделать. Понимаете, что днем, блядь, что в такое время онлайн, сука, одинаковый. Понимаете, я ничего не могу придумать, блин, с этим сливом, с этого слива этого аккаунта. Я вообще без понятия. На самом-то деле. Давайте заберем бабки, короче, нахрен. Сколько там денег? 3 278 000, да? Давайте бабки хотя бы заберем, хули делать. 3 278 499. Забираем бабки, короче, с общака. И пошли все в пизду, нахуй. Хотя нас сейчас по-любому могут забанить, я уверен в этом, что нас, блядь, и забанят сейчас. Это стопудово. Сейчас чувак напишет на меня в репорт, блядь. Второй. Лидер. Смотрите, сейчас. Вот я просто вангую. Сейчас то лидер на меня напишет. Что типа, вот он взял бабки все с общака. И меня забанят. Хотя, может, и нет. Странно, даже меня никто еще не забанил. Хотя лидер не в ФК и девятка даже ничего не написал. Понимаете? В чем весь прикол? За ПТД, естественно, здесь никто не следит. Так, вот кто-то едет. Наверное, админы, да, или не? Да, это админы. Ну хуй с ними, ладно, не будем их трогать. Не будем палиться, так сказать. Блин, что можно такое зачудить, реально? Я не знаю, что можно в ОПГ сделать. Давайте, не знаю, без вар. Ой, без вар. Вы находитесь далеко от бизнеса. Окей, сейчас сделаем. Какой-то Максим у нас, так, админс. Какой-то Максим. Инвайт 93. По-моему, это я его принимал, да? Вроде бы да. Давайте 96-го примем к себе. Give rank 96. И на девятку его сразу ебанем. Все. Заебись. Просто заебись. Какая тупая система. Чуваку, видите, я пишу и мне пишут не фудите. Боже, тупая система, блядь. Тупой сервер, господи. Как меня это бесит. Давайте инвайт 51. А, его не третьего уровня нету, к сожалению. Зачем? Просто. Бля, я не знаю, что может такого захуярить. Прямо, чтоб пиздец. Я прям вот не знаю, серьезно. Что можно такое сделать? Я реально хз, пацаны, короче, что делать? Надо что-то придумать. С третьего уровня только принимать можно, блин. Для того, чтобы бабки забрать, я больше нихуя не могу сделать. О, казик. Давайте напоследочек казино. GoTMP. Так.
Давайте напишем. Dice 101. Давайте сразу на 4 ляма ебанем. Давай, похуй. А я выиграл, заебись. Так, что, на МПшку никто не хочет? Давайте напоследок пофудим немножко. Эту слив. На сервере играют только боты. Смотрите видео. Сейчас на канале Кирилл Гейм. Я смогу так написать? Пусть меня банят нахуй. Давай, забань меня, давай. Умник, давай. Давай, забань, сейчас забанят стопудово. Все, фудим нахуй. Ну, где бан мой, ебаный в рот? Ебать, они меня не могут забанить уже 2 минуты. Че, серьезно? Че, реально серьезно? Не можете меня забанить? Вы что, гоните? Я его еще в казике лям затащил. Точнее, лям, а 100 тысяч. Да мне просто му дали. Мне просто дали мут. Вы серьезно? Вы меня забанить не можете? Ебать вы дауны, блядь. У него 11 уровень, он меня забанить не может. Ой, господи. Он мне просто написал флут. Блядь, какие тут админы тупые, блядь. Просто я в шоке, ёбаный в рот. Ебать, я в шоке. Давайте я просто напишу варчат, короче. Давайте РБ. А, у меня шмут, ёбаный в рот. Мут на 30 минут дал. Ебать, лошара просто. Ай. Я не могу даже написать админам. Ладно, чуваки, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. У кого еще есть аккаунты, чтобы слить? Согласен, слив был скучный, потому что, блин, ОПГ, ну, что тут в ОПГ можно сделать? Нихуя, пацаны. Поэтому нужна лидерка, либо ТРК, либо Мэри, либо лучше админочка какая-то хорошая, 13 уровня. Если 13 уровня админочка, пацаны, мы просто вот так вот весь сервак выебим. Понимаете? Поэтому... Кто может, те пишите в ВК, давайте аккаунты. На этом у меня все. Не заходите на сервер, ставьте лайки, чтобы больше людей это видео увидело. И всем пока-пока.